Сегодня определился обладатель суперприза от IDC. 50 тысяч рублей в новогодней викторине выиграл житель Слободзеи. Подробности у Алисы Плаховой. Сергей, поздравляю вас, вы счастливый обладатель 50 тысяч рублей за участие в новогодней викторине. Да, спасибо, спасибо большое. Как выяснилось, определить победителя было проще, чем его отыскать. Розыгрыш на сайте IDC состоялся сегодня утром. С помощью генератора случайных чисел Сергей стал обладателем 50 тысяч рублей в 10 часов 10 минут. Но узнал он об этом только через несколько часов. Сергея искали всем миром, пока тот был занят на работе. Писали в мессенджеры, звонили. Найти счастливчика помогла сестра. Реакция была, наверное, как у любого человека, которому говорят, что он выиграл главный приз в любой викторине. То есть большое удивление, где-то даже не верил, еще раз уточнил, действительно ли это правда. Ну, конечно, правда. Конечно, правда, и, как я сказал, перед Новым годом мечты сбываются. Сбываются мечты у тех, кто действительно верит, говорит сам победитель. Сергей попытал счастье в свой день рождения, 20 декабря. Очевидно, желание сработало. Что примечательно, я положил последние 40 рублей на счет, чтобы поучаствовать. И вот поэтому верьте в мечту, все будет хорошо. В этом году викторина Интерднестеркома побила рекорд по количеству подарков. Их было порядка 6 тысяч, а общий призовой фонд розыгрыша составил 250 тысяч рублей. Помимо Сергея, которому достались 50 тысяч рублей, еще 200 человек выиграли по 1000. Кроме денег, участники викторины получили бесплатный интернет, телефонные звонки, подарочные сертификаты в тренажерный зал или магазин. Алиса Плахова, Леонид Мастак, ТСВ.